Радость этого наездника на финише очередного заезда вполне понятна. И победный клич здесь – это не только радость от первого места. И люди, и кони соскучились все. По гонкам, по зрителям, по адреналину и спортивной борьбе. Все это в сумме превратилось в фестиваль «Ассамблея конная», который прошел на Нижегородском ипподроме. Племенным лошадям рысистых пород в стойле долго стоять противопоказано. Их стихия – это скорость и поддержка трибун. Нам тяжело немного с финансовым положением. Во всем государстве такое положение. И вот находятся такие люди, которые поддерживают конный спорт, поддерживают нас и поддерживают с тем самым, показывая, что Нижегородский ипподром есть, будет и будет существовать. Нижегородцы соскучились, именно соскучились по конному спорту. И вот только при первом же, будем говорить так, рекламе, да, сотни звонков мне звонили, говорили, а как это будет, а что будет. А был настоящий праздник конного спорта. Между заездами зрителей развлекали выездкой, конкуром и выступлением конного театра. Отдельного внимания удостоились дамы, которые пришли на фестиваль в шляпках. В Нижнем Новгороде хотят возродить эту славную традицию, когда скачки – это не просто соревнование, а светский раут. Пока ограничились индивидуальными подарками обладательницам головных уборов. Свои подарки и призы получили и участники забегов. Победители призеров ждали внушительные денежные поощрения. За это спасибо организаторам и спонсорам. Я не думаю, чтобы сказать спасибо только мне. Я думаю, нужно сказать всем, кто работает на ипподроме, и всем конникам Нижегородской, Нижнего Новгорода, что вот собрались, взяли силы, чтобы показать, что спорт конный живет. Мы просто показали, в каком виде он живет. Что есть и рысаки, что есть и выездка, и будет вам конкурс, есть конный театр. То есть Нижний Новгород, как конный, он существует. И все-таки наиболее ярким и запоминающимся моментом фестиваля стали забеги рысаков. Это была грация в движении и эстетика в скорости. И здесь не обязательно понимать такие составляющие победы, как возраст лошади и квалификация наездника. Для того, чтобы влюбиться в этот вид спорта, достаточно просто однажды прийти на соревнования. Григорий Ожигин и Василий Низов, «Объективно спорт», ННТВ.